Друзья, всем привет! Меня зовут Гуртовцов Арсений, я владелец большого интернет-магазина в Инстаграме. Сегодня мы поговорим про новую платформу InStyme. Является ли это очередным лохотроном и финансовой пирамидой, или это действительно сервис, который поможет вам продвинуть свой личный профиль или свою бизнес-страницу. По словам самих создателей платформы, InStyme является первой в мире и единственной платформой для привлечения органического трафика на вашу страницу. Это действительно так. И что же вы получаете за $58 месячной подписки? Вы получаете 100 тысяч живого охвата, 60 тысяч комментариев, также множество лайков и просмотров на ваши видео. Как человек, который уже давно в Инстаграме, и возможно вы также, вы знаете, что для таких цифр это очень и очень хорошая цена. Поэтому, в принципе, если брать полезность платформы, платформа абсолютно точно полезная. Почему многие люди называют ее лохотроном? Потому что непосредственно в самой программе встроена реферальная система по принципу пирамиды. Лично я думаю, что это хорошо, потому что таким образом вы можете не только привлекать новых пользователей, которые будут совершать активные действия в вашем профиле, но и создать себе такой некий пассивный доход, такую пирамидку, которая будет расти. Во-первых, вы будете отбивать деньги за продвижение, во-вторых, еще неплохо зарабатывать. Поэтому, как человек, который в Инстаграме уже много лет, который перепробовал уже просто сотни всяких сервисов по раскрутке, я вам рекомендую. Переходите по ссылке, пробуйте, тестируйте, зайдет, не зайдет, посмотрите. Как по мне, в данный момент это лучший способ за быстрые сроки раскрутить свою бизнес-страницу или свой личный аккаунт. Почему это нужно сделать сейчас? Потому что официальный запуск платформы будет 21 числа. Все блогеры начнут это рекламировать, начнутся строиться большие команды, большие пирамиды. И в данный момент, когда программа еще не раскручена, это ваш шанс зайти очень классно и попасть в крутую команду, самому сделать крутую команду. Переходите по ссылке, регистрируйтесь. Всем хорошего дня!